провозгласили крушение капитализма, провозгласили новую эру социалистического переустройства России в государство рабочих и крестьян. Рожденные революцией, они прошли славный боевой путь и вместе с честью, всегда с честью, выполняли и выполняют свой патриотический и интернациональный долг. Вооруженные силы Союза Советских Социалистических Республик торжественно заверяют Коммунистическую партию, Советское правительство на страже дела Великого Октября, дела коммунизма и мира на земле. О батальонно! На установленные дистанции! Напред! Чух! Равнение направо! Шагом! Дышь! Начинается парад. Сегодня параду войск московского гарнизона предшествует своеобразный исторический пролом. Перед нами оживут страницы истории первой в мире рабочей крестьянской Красной Армии, ставшей на защиту завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Открывают историческую часть парада юные барабанщики, одетые в форму буденных. Это их сверстники сражались рядом с отцами на фронтах гражданской войны. В отрядах ЧОНа, частей особого назначения, подавляли контрреволюционные восстания, боролись с бандитизмом. Да, с первых дней революции безусые парнишки, едва достигшие комсомольского возраста, уже делили со взрослыми ответственность за судьбу страны. Глядя на юных буденновцев, мы вспоминаем комсомольцев, участников гражданской войны, завоевавших Союзу молодежи первый... Давно не видели парады кавалеристов. В современной армии их нет. Лихие кавалеристы Буденновой... Овеянные легендами конармейские тачанки.